Еще раз всем добрый праздничный вечер. Сегодня в нашей студии мы продолжаем знакомиться с героями популярных роликов интернета 2017 года, которые набрали миллионы просмотров. Давайте посмотрим ролик про девочку, которая собралась в Африку. Не в Испанию, а в Африку. 15 миллионов просмотров. Внимание. Я уезжаю. Куда ты уезжаешь? Уезжаю в Африку, где дети голодают, голодные, бедные дети. Папа, дай... Зачем туда уезжаешь? Потому что меня папа всегда обижает. Так может быть тебе лучше себя плохо вести, ой, хорошо вести начать? Нет. Почему? Я хочу в Африку к детям посмотреть, как они там голодают. Тоже будут голодать, без воды. Все, прекрати снимать, я верю, все, дай мне штаны. И что тогда, я тебе дам штаны, что? Буду переодеваться, и ты меня увезешь в Африку. Я тебя увезу? Да. Я не собираюсь никуда ночью. Ну тогда такси позвони. И что, такси тебя в Африку везет? Угу. А там же нет никого, что ты там будешь делать в Африке? Чё, голодать, как бьет, там дети. Не надо мне родителей. Мне родители. Родители все плохие. Поправь мне, пожалуйста, пап. Тебе же не нужны родители. Поправь, когда я уеду, мы все будут не нужны. Конечно, я в Африке не здесь. Конечно, я в Африке здесь нет. Но я... Поеду тогда в плане, чтобы меня медведи ели. В Лапландию? Да. Чтоб тебя медведи съели? Да. А там-то есть медведи. Ой, там слишком холодно. Ну да, там не жарко. Меня учат хвост. Одень, пожалуйста. Ты бы хотя бы взяла бы купальник, что ли, в Африке, там же жарко. Как там купаться будешь? Ну ладно, дай мне купальник, и я там буду купаться. Куда его ты так красивый? Как крокодил тебя съел? Да. Ага, дети меня съели, красили крокодил. А как же белые медведи голодные останутся? Да я, пожалуйста, покушаю, выйду. Девочка, которая собралась в Африке, Даниэла Гореева, тоже сегодня в нашей студии. Давайте пригласим ее в эту студию. Хорошо. В Африку уехала? Ну нет, еще. Хочешь еще? Нет, не хочу. Передумала? Ну я о детях только переживала, поэтому я хотела уехать. А откуда ты про них узнала, что они голодают, не едят там? Ну просто там, правда, еды-то нет, и я догадалась в итоге. А с Лапландией почему не сложилось? Подумал, да не, у них там рыбы есть. Ты была в гостях у Деда Мороза? О, Господи, нет, конечно. Нет? А письмо ему в этом году написала? Нет, конечно. И что попросила? Я это секрет, потому что все-таки если расскажешь, тогда... ну, ладно, расскажу. Я хотела Бамби, там собака, и, которая рождает детей, там три собачонка. Ага, такую. Даниэла, ты собралась в Африку, зная, что у тебя есть такое желание, во всяком случае оно было на видео. Мы сегодня прямым рейсом из Берлина привезли тебе, что ни говори, именно Африка. Да, сам Африк Симон будет сегодня в этой студии и приехал к тебе.
Встречаем его. Я разговаривала с Даниэлой. Она хорошо говорит по-английски. Действительно. Я даже не думал.